Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Сегодня мы начинаем проходить, как я, собственно, и говорил, игру под названием «Край Уфир». Это та же студия, что сделала этот, как его называют, «Afraid of Monsters». Вот, соответственно, вот Team V, вот, короче, вот это вот название внизу. Это уже самостоятельная игра, которая тоже изначально была модом на первый Half-Life, но потом мы сделали отдельную игру, и она бесплатно теперь в Steam есть. Вот. Давайте, собственно, сразу и начнем, что не так. Достижение. Я здесь вроде все сделал, русификатор на нее накатил, поехали. На среднем уровне, как обычно. Она вроде более такая бодрая. Ну и плюс в свое время это она там прям заложила многие, скажем так, ну если не основы инди-хорроров, то много чего, короче говоря, привнесла. Вот. Я чувствовал себя одиноким всю свою жизнь. As long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Здесь, да, уже озвучка есть, диалога, все как полагается, поэтому. Андреас Рёнберг. Шведы, по-моему, если ничего не путаю. Я в ней, опять же, не играл, если что. Так же, как и в Afraid of Monsters. Край эфир. Крик страха, плащ страха. Извиняюсь, давно что-то ничего не писал. То есть тот его еще заранее было записано, Afraid of Monsters, а сейчас. Ну, бывает. И, кстати, я не знаю, она чем-то отличается от той версии, которая была модом, или это просто перенесли, вынесли ее отдельно. Сейчас пробовал, запускал играть, я заставки пропускал, конечно, но она там, это, сильно лучше работает, чем... Ну, не так она работает, там чувствуется, что это самостоятельное произведение. Есть такой, видите, более связанный сюжет, то есть
первой части там про сюжет. Ну, в первой части я условно буду говорить. Очнись. Там кого-то прям об стену головой вот так херачили. Возьми камеру. Я даже постер второй Half-Life, поэтому я даже думаю, что может быть на движке второй. Нет, она на движке первой мы сделала. Да, как нравится анимация перезарядки камеры, грубо говоря. Ненавижу тебя. Саймон, не дури. Ну, спасибо. Я ж проходил эту хуйню что-то. Черт, ну, далеко. Что? Вот. Как видите, здесь вот эти вот кричащие рожи даже проще уже лучше анимировано все, то есть я даже просто видел, так бы я, наверное, сидел и я орал. А может и нет. Знаете, вот с Afraid of Monsters было странно. То есть, с одной стороны, это игра, которая меня... такая... А с другой, я что-то прям раз, что я прошел, мне понравилось. Поэтому. Сюжет, который написан в описании под каждым видео и в плейлисте, он немножко... это, возможно, потом выяснится. Что здесь происходит? Ну, я уже определенные вещи знаю. Опять бабки на телефоне кончились, пора двигать, начинает темнеть. То есть здесь не все далеко озвучено, да? Окей. Что не озвучено, то я буду читать. А где озвучено, будем слушать оригинальные голоса. Ну, собственно, как и обычно. Ой, мамочки. А, кстати, прикупился геймпад. Кто не... Глава первая. Во мраке города. А кто, говорится, на Телеграм до сих пор не подписан? Там вот всякие штуки рассказываю, в том числе вот это. Так, F5 работает? Жаль, здесь есть F5 вообще, кстати говоря, что-то. Я это не уточнил. Вот, вот менюшка, опять же, так, кстати, сейчас мышь, бла-бла-бла, нормально. Звук, громкость игры, громкость музыки надо чуть-чуть пониже, и громкость игры сделать чуть побольше. Вот так. Высокую аппаратную поддержку, вкл. Ладно, ничего этого не буду трогать, пизду. Во весь широкоформатный, яркость. Ну, я бы на самом деле яркость вот, вот чуть-чуть буквально прям, это, прям, ага. Ты же, надеюсь, просто свернулась, да? Ты сейчас развернешься? Да. Она, кстати, странно, ее запускаешь, она сейчас зависает намертво. Бас играет. Поэтому надо, скорее всего, подождать. Вот. А я там в телеграмчике у себя, да даже если что, еще раз пройду, ничего страшного. В телеграмчике у себя всякое пишу, в том числе и про этот, про геймпад. А вот. Ну, пока уж. Раз я здесь про это начал говорить, а, за новую игру начал, молодец, а, то, соответственно, а нет, смотри-ка, подобранный раскладной нож, а то и мне темновато, я сейчас днем играю, на ютубе будет темновато. Итак, еще раз, голос дополнительно, а что, клавиши нету, да, графика, продвинутые настройки, имя игрока в коопе, усиление яркости, размытие в движении, ой, нахуй, выключить размытие в движении, рельефные элементы, отражение мира, шейдерная вода, погодные эффекты, рябь на воде, субтитры, упрощенный дым от выстрелов выключен, максимальная частица дыма столько-то, зернистость изображения, кстати, тоже выключить, извините, я вот эти, YouTube подговнит еще сильнее, эффект виньетки, выключить нахуй все это. Я понимаю, что это на атмосферу работает, но в прохождении в ролике это будет очень... Вот, кстати, я что-то не заглядывался. Исчезновение удаленных объектов, могут быть лаги, но оно пока выключено. Рывок двойным нажатием клавиши.
Не знаю. Ладно, посмотрим. Пока эффект черно-белой пленки. А потом выяснится, что это все для коопа. Эффект линз, камеры и прицела включен. Ну, давай пока вот применить еще раз. Примить. А что? Что, применить это нельзя, что ли, или что? Возьмите. А, что как? Ну, ладно. Но я, главное, не увидел. А, вот клавиатура-то здесь, что я туплю. Клавиатура здесь. Так, пауза. А, F5 это снимок экрана. Можно только загрузить сохранение слот. То есть получается. А, загрузить. Я даже здесь кнопки сохранения. То есть сохранение здесь все по этому, да? Ладно, окей. Ну, давайте будет. Окей. Пошли. Вот, и теперь нажмите так для доступа к инвентарю. Для инвентаря можно применять предметы. Да, давайте прочитаем заодно. Мобильный телефон можно. Мобильник Саймона можно достать из инвентаря кнопкой «Взять». Для звонка нажмите клавишу переключения режима. Выкидной нож. Удобное в руке, но слабоватое оружие, требующее близкого контакта с врагом. Архив. Да, читать нам нечего. И, соответственно, теперь, поскольку у меня есть нормальный геймпад, я его в Assassin's Creed Odyssey потестил, он сразу увидит, включается. Вон этот, я потом покажу, он сейчас леет, вставайте, на кровати у меня валяется. Вот, этот, Xbox-овский. Вот, то, соответственно, будет проще. Во-первых, X-Men Origin, X-Men, ага, кто-то там ходит. Знаешь, что там такое? Нажмите Shift для спринта. Ну да, синий это. Получается открыт, странно, замка нет. Спринты прыжки сокращают запас ваших сил, расходуйте с умом. Силы восстанавливаются медленно, присев, вы ускорите восстановление. Понял. Найдите код от висячего замка. Ага, вот он есть. А, то есть это режим. А, это все вот так. И, наверное, сзади можно, да, вот так вот. Он пока вот так. Помогите мне. Помогите. Вот, сейчас я просто мысль до конца закончу. Во-первых, я хотел давно уже пройти X-Men Origin... по-моему. Вулверин, конечно, про Росомаху. Там вот по-любому этот слэшер, его надо на этом, на геймпаде. И главное, Принца Персии хочу. Это не то, что прям сейчас скоро и вот следующей игрой, просто к тому, что вот я Принца Персии давно хочу уже все. Нажмите B для проверки текущих целей. Да, проверим. Найдите код для висячего замка. Что не ясно? Все ясно. Все, как говорится, предельно понятно. Какой-то мужик, мы где-то. Опять же, если вы прочитали описание, значит прочитали. Если вы не прочитали описание, я не буду спойлерить ничего. Потому что... Так. Дверь не подается. Джемд. Бля, это я яркость еще поднял. Вообще темно, ничего не видать. Ну там потом будет фонарик. Сейчас просто... Дайте пока, наверное. А, кстати, погоди-ка, ну-ка. В две руки... А, его назначить можно. Во. Во, давай вот так вот. Мама, ты где? Возвращайся поскорее, начинает темнеть. А как назад? Ага, вот. То есть здесь фонарь... А, то есть здесь как в третьем Думе, да? Типа отдельно фонарик или отдельное оружие. Это не очень хорошо. Если в третьем Думе-то есть мод. Сейчас, может, его... А. Просто как-то можно там ответить маме, написать что-то. И пошли пока вот так. Надеюсь, может, фонарик у нас все-таки будет... Это чисто ради... Тоже спойлерну себе. Почему нет? Так, Shift, Alt, Ctrl, движение, присесть. Оружие, предметы. Z, Tab, R. Текущая задача. Фонарь только в КО по игре. Замечательно. Мобильник может стать источником света. Да, я уж понял. Нажмите маус 1 для подсветки. Да, я понял. А, расходует запас батареи. Тут она такая просто... Включенный мобильник дает немного света, даже когда убран сумку. А, типа такой бац, и он такой чуть-чуть вот здесь подсвечивает, да? А мы пока уберем.
Сейчас мне это не требуется. То есть, в принципе, тебе это может потребоваться, да? Я так понимаю, что... А, хотя мне нужно найти код от висящего замка. Чем вот это не код от висящего замка? Чего тут? А здесь есть какой-нибудь секретный гранатомет сразу? Что-то такое идешь, идешь, раз, гранатомет лежит. Ну, если ты был очень внимателен. Я вот не вижу, чтобы он расходовался, честно говоря. Там очень маленький какой-то индикатор. Мне, честно говоря, не совсем очевидно. Так, ладно, пока можно выключить. Че это? Кола! Мы будем пить колу с тобой? Правильно, не надо пить колу. Это только я всякую хуйню пью. Ты молодец, не пей. Видите, игра сходу учит хорошему. Не надо пить колу. Замечательно. Прикольно. Вот меня просто смущает. Ладно. Так, прыжок, взять дополнительные вещи, объект Е, основная атака, дополнительное точное прицеливание, Маус 3, чё? Основная атака, подожди, как точное прицеливание, Маус 2, вот дополнительная атака пусть будет вот это, потому что мне прицеливаться на этот, на правую кнопку. Так, перезарядить, инвентарь, текущая задача, слот быстрая. Голосовой чат за мной, да-да-да-да, сделать снимок, приостановить, покинуть. Не, ну... Вроде как нету ничего, что здесь можно что-то прочитать. Да. Ну, на ножен, конечно. Ага. Да, так будет гораздо удобнее. А батарейка, кстати говоря, хлавин. Между прочим. А батарейка... Часы так ходят? Ебо страшно. У вас тут Хэллоуин, между прочим, пацаны. И девчонки. Какая интересная статуя. Свет падает почему-то не на нее, а... О! Как так? Ну ладно. Ну ладно, нам туда, я понял. Опа! С ножичком сразу. Фыч, у щука. Так, а же в пятки нет, это напрягает. То, что нет и в пятке, это не очень хорошо. Все мы знаем, как в играх могут расставлять всякие сохранения. Поэтому, надеюсь, здесь будет получше с этим. Сигаретки. Что-то похоже на кафешку. Да? Что такое звук пердящий? Что ты делаешь, блядь? Ты раньше времени хочешь, чтобы я ума лишился? Пиздец. Юзернейм, пасворд. Вот это да. Что за опции? Нету, да? Ну, допустим, юзернейм 14, а вот пасворд... И да, здесь всякие загадки. В этой игре не будут. Типа, не случайно, вот не подсветлю, типа, вот так вот. Раз. 3-1. 3-1-2-1. Так, 14 и... Инвалид. А вот инвалид это или это? Потому что, ну, юзернейм, по-моему, вот... 14. Ну, если вот это пароль, то я вообще не понимаю, что тут написано. Ну, помни это. Ну, скорее всего, просто коллизия предметов. Ничего.
Где здесь может быть указание пароля? Не, ну я-то, конечно, без проблем. Я буду лазать. Мне... Лазать, смотреть и всякое такое. Просто я понять логику. Таких картин две, таких картин тоже две. Таких одна. Три. 3-2-1. Блин, тут неудобно. Я просто тут как бы вообще ничего. Тут ничего нет. Ну, если вот это вот пароль какой-то, ну, я не знаю. Типа, вот эта картина одна. Пока что, да, вот она одна. Где с чуваком? А, стоп, это тоже. Один, один. 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 Это вот два. Один, один, два, я не знаю. Я что-то логических просто никаких вообще этих не вижу. Ни малейшего, то есть. Картины ты тыкаться не можешь. Уже здесь паролю может быть все что угодно. То есть, когда вот тебе просто надо угадать, что здесь из этого пароль, понимаешь? Оно как-то... Какой бумажки нет, где какой-нибудь... Туда залезть нельзя. Сиги, вряд ли сиги. Это не... Это вот... вот... Походу это нихуя не логично. От прям от слова совсем. Во-первых. Ну, я хорошо, я не досмотрел локацию. И, кстати говоря, подождите, здесь как-то можно. Подожди, а как же? А, вот надо одновременно две кнопки нажать. Во! Вот теперь можно. Во-первых, тут раз записка. В Beatles 554. В... А, Beatles. В... Короче, Beatles. И записки, как понял... Да, он в архив добавляет. Они генерируются случайным образом. А здесь вот вторая записка. Дора Дэвид. То есть, потому что пароль от компа будет где-то на улице валяться, я, честно говоря, вообще... Мне бы в голову не пришло. Но он валяется. Так, стоп, отмена. А, что там у нас? Нет. Доррар Дэвид. Доррар Дэвид. Блять, по-моему, проще сделать вот так вот. Сейчас, где тут у меня чуть-чуть местечко есть? Во, допустим, вот здесь. Доррар Дэвид. А как это, не знаю, назад там...
Нет, он почему-то вот только закрыть, и он при этом закрывает совсем. Мне надо тут еще одну посмотреть. The Beatles 554. The Beatles. Не 554, 754. Это буква Е. Окей. Так, теперь, значит, пишем. Какими тут буквы? Ага. Дорар Дэвид. И тут The Beatles, The Beatles 54. Опа. Сейчас, пацаны, погодите. Так. Опять же Джилл. 8, 8, 9, 9. Вот то ли один, то ли восклицательный знак. Я поставлю восклицательный знак, еще буду еще один. И Дэвид. Опять же, кругом Дэвид. Я просто посмотрел прохождение, там были другие слова. То есть здесь специально сделано 14, это что, отвлекающий маневр такой. Ну все, отъебись. Усюка. Там кто-то прошел? Кто орал? Кто хрипел? Я думаю, туда пойдем. О! Ебать, звуки какие неприятные. А, пошли нахер отсюда. Най-най. Нари-на-най. Фу, блядь! Ну, сука! Сейчас, какой? Буньк? Такой звук. Буньк. Окей, так, походим. Нет, атмосферка неплохая такая. Чё ты её включил-то? Я вообще не вижу, чтобы у него тратилась батарейка, если честно. Ну ладно. Увижу, когда прям точно будет тратиться, так что. Ну, сейчас, я думаю, атмосферка, это как обычно. Вначале ты ходишь, шугаешься, потом тебе дают дробовик. Так, где тут у нас? Помоги мне, что тут творится. Так. Возможно, ты типа отжил Дэвиду. 8899. Охуенный код. Как тебе? 8. Да что ж такое-то? 9. Что, парень? Ну пошли. Я вот, кстати, не вижу нихуя никакого. Ага. Никакого сохранения, ничего. Вы можете разместить до 3 вещей в ячейке быстрого доступа. Да я в курсе, спасибо большое. При нажатии 1 вы экипируетесь предметом из первой быстрой ячейки. Это удобнее, чем обращение к инвентарю и может спасти вам жизнь. Ага. Вон банч. Ворона как будто угорает надо мной. Блять, здесь какие-то такие неприветливые. Че такое? Посмотри направо. Доброжелатель, да? Да, и выключи свет, молодец. Ну, я красавица, захожу куда-то, где какой-то монстр или кто-то еще. Посмотри направо, я выключу свет. Вы можете сохранить игру в любом месте, где найдете магнитофон. А, это вот так вот, значит, да? А это тут зачем? Похоже на старый магнитофон. Может пригодиться для записи мыслей проходящего здесь. Можете иметь до 5 независимых сохранений. В режиме кошмар требуется пленка. Ну, о, в режиме кошмар Resident Evil. А как? Написать что-то надо. Сохранено.
А могу подойти еще раз? А, все, вот он. Вот, как говорится, в чем фишка. Ясно, понятно. Нажмите маус 2 для нанесения... Ну, Ваня, сейчас будет монстр. Давай. Удар нанесет некоторый урон монстру в пределах прямой видимости. А, достигаемся. А где монстр? Я вижу темный экран. Это поможет при окружении монстрами или при отсутствии боеприпасов. Ага. А где? Еще черный экран. Что-то слетело или что? Да, бля, не говори, что слетело что-то. Это что, кровь на полу? Погоди, господи. А, господи, похоже на это, что здесь происходит. Как я, блядь, вообще сюда попал? Я текстуру на потолке лагала. Молоток. Это не я подобрал. Давай, пизди. Пиздил его. Ну, а тебе, сука. Нихуя себе. А чё так драться-то хуёво? Дайте пистолет, а, пожалуйста. Чувак, может, ты из ангара из этого выйдешь на улицу, и тогда, возможно, сигнал появится. На здоровье уже нихуя нет. Зашел какой-то бункер непонятный. Юба, сигнала, говорит, нет. Вот это да. Вот это да, вот это кто бы мог подумать. В глухом ангаре нет сигнала. С помощью ей клавиш может двигаться. Окей, значит, мне сюда. Извините, хуйней занимаюсь какой-то. А! Ладно. Я что-то ни к чему, что это ждаю. Ну, меня развернули в заставке, чё, помнишь, что ли? Я настолько... Что ты орёшь? Что ты орёшь? А? А? Давай, залезай. Игра. А теперь залезь назад. Как там что-то валяется. Подобран шприц. Сейчас, секундочку. Так, шприц с морфином. Содержит одну дозу морфина. Восстанавливает здоровье, но слишком частое употребление может быть опасно. Ну, пока что у меня тут это. Поэтому давайте-ка я его выбросить, собрать. А уже просто применить. Похоже, что это морфин. Сильная штука. Следует соблюдать осторожность. Давай. Уярь. Оу, я. Do it again. Nice, that's good. Ты взял ножик? Oh, don't stop. Здесь такая высота, можно и... Что-то такая... А, так, пока возьмем. Dead Space'ом пахнуло. Как получше. Опа! Ну ёптая мать, что это за создание такое? Дай его! Дай его! Спасибо. Чувак, я под морфином. Поосторожнее бы. А чувствуешь, что те же ребята сделали? Монстры прям похожи. У, блядь! Дёргающиеся эти пидорюги. Чтобы понять, а проходит здесь урон по башке лучше? Ну по моей, тогда, я понял, да ёб твою мать. Что это за создание такое? Ну без морфина я бы здесь уже кончился сейчас. Возможно, как и обычно, придется перепроходить на легеньком. Потому что для Сани слишком сложно. Это очень может быть. Давай сюда перепишем. Ландари-та-та-ра-да-ра-да. Ладно, ножик хоть подлиннее был. А то он таким перочинным ножичком крошечным пытается их. Для рывка нажмите клавишу перемещения дважды. Рывок очень полезен для уклонения атак и может спасти вашу жизнь. Окей.
Ты вышел убить? Знаете что, давайте-ка мы это... сейчас, да, вот здесь. Где у нас Alt? Alt. Рывок Alt. У меня еще есть вот эта охуительная кнопочка. Маус 4. Давайте-ка мы найдем. Во. Так. Блять. Не, что-то как-то это. Что-то как хуёвенько мне, если честно. А можешь хоть что-нибудь там? Что такие заметные в кавычках... Да тихо ты. Просто такие заметные в кавычках аптечки, что... А, вот я про это и говорю. Подобрали шприц. А, давайте вбахаемся, чего нет. Чего нельзя? Давай. Так, а вот теперь, раз такое дело, ну-ка, выключи. Во. Вот так. И, кстати, интересно, там, по-моему, как я читал, я, правда, единственное, прочитал, что надо на хорошую концовку сделать, но мне это ни о чем не говорит, поэтому... Сука! Зачем я это делаю? Я не только положу. Ладно, чувак, иди сюда, там с тобой неудобно драться. Нихуя себе ты даешь! Фредди Крюгер-то в ударе сегодня, смотрите. Бля, неприятно-то. Жуть. Сюда нельзя. Чтоб просто не проебать что-нибудь важного. Я не вижу, чтобы заряд... А, нет, вон тратится. Ебать, как это видно. Как это хорошо видно-то, пиздец. Она, правда, вроде не... Вон там еще... А, это вентилятор. Она, правда, походу, не очень так прям уж тратится. Какие тратительные звуки, фу. Тоже бывает жутко, но как-то на просторных этих. Ну, может, не совсем правильно. Помогите мне, пожалуйста, они идут, я в квартире наверху, поспешите. Ладно. Тара-дара-дан, тара-дара-дан, тан, тара-дара-дан, тара-дара-дан, тан, тара-дара-дан, тара-дара-дан, тан, тара-дара-дан, тан, тара-дара-да. Кто отсылку понял, тот понял. Кто не понял, слава богу. Очень плохая, нетолерантная по нынешним временам песня. Спасайся, кто может. Монстры там и тут. Это была более уже прямая отсылка к этой же самой песне. Оп. Оп. Ты дурачок, нет? Ну что, залезь, блядь. Саймон. Знаешь, такая игра, Саймон Says. Саймон говорит. Тихо, блядь. Спасибо. А теперь на балкончик надо. Вот так вот. Оп. Спасибо. Окей. Не, вот так. А. Блин, здесь тесные леса. Только сказал, вот мы. Вроде попросторнее стало. Ага. А,
Ну, сколько-то шагов делает сам, потом надо нажимать кнопку. Угу, окей, я просто проверяю. А то, честно, не видать. One bunch. Jammed. Что-то мне тут не по себе. Да ты шо? А с чего бы вдруг? Четвертый этаж, окей. А, моя секретная записка номер один. Три маленькие детки в парке играли. В парке играли, пока не стемнело, домой нам пойти не пора ли. Так первый сказал, и со вторым они весело... чего, блядь? Забежали домой, заскакали, только так мелко, еще такой шрифт. А третий остался играть. Одинокий такой. Иди же сюда, иди ко мне, прошу. Крошка, крошка, иди ко мне, крошка. Кусты мягко шепчутся, как говорится. Любопытство загубило кошку. А вот, вот как можно. Пока не стемнело, домой на пяти им порали. Так первый сказал, и со вторым они весело зашагали домой. А третий остался играть, одинокий такой. Иди же сюда, иди ко мне, крошка. Кусты мягко шепчутся. Как говорится, любопытство сгубило кошку. Моя секретная записка номер один. Что это за психоёб тут вообще такое про детей пишет? Лифт не открывается, скорее всего, он где-то застрял. Что? Так это как подсказка какая-то, что хотела вылезти. Atari. Че? Тихо, не дуркуй. Окей. Ебаси! А, я думал, это сигарета. Я думал, если сигарета у нее лежит. Я как это... О! А как ее... Да, я сюда вот сходюсь. Господи. Пифия из этого, из очень страшного кино, который раз маяк такая на видеопленке, это похоже на сигарету. Нихуя себе ты гордый. Бордый, я хотел сказать борзый, конечно же. Я ж слышу, хрипит какая-то падла. А он хорош с собой. Не, ну враги прям интересные, мне нравятся. Чё-чё, в оригинале тоже враги были хорошие. Ну вы поняли. Что я имею... Так, погоди, мне сюда по сюжету что ли надо было? Я думал, какой классный. Я зашел в какую-то бонусную комнату, а там сохранение, ебая, молодец. Оказалось, что нет. Ну что, кто еще хочет офицерского тела? Или комиссарского? Все время забываю, как правильно. Чужие секулы так хлещут. Ребят, ну мне ж нельзя, ну ёлок-пала, вы такое тут. Я все это вижу, мне хочется колы. Ты где? Пиздюка. Это на каком-то из этих балконов, куда я потом попаду с того балкона. Ну ладно. И зачем сюда зашел? Слазать на балкон и узнать просто свою заранее, что там меня поджидает опасность. Показалось. Так. Угу. Похоже, закрыто с обратной стороны. Что такое? Черный квадрат. Ладно, поехали. Кстати, сколько там было это? Сейчас 21 минута. Там что-то минут 20, наверное, было. Заканчивать скоро надо. Сейчас какой-нибудь хуебес прибежит. Так, вверх или вниз? Он сказал четвертый этаж, значит, а это только второй. Тут завалено. Тут что? Надо все обшманывать. А вдруг где аптечка? А вдруг еще что?
Блять, что? А, это ты. Да, блять, не так. Не так кнопка. Я уперся в стену. Здорово. Они здесь выносят пиздец. Похоже, закрыться обратной стороны, да. Он ножичка-то. У нее там, ну, лезвие-то всего ничего. Хотя, может, нет. Я не вижу, где там отнимается зарядка, серьезно. Ща, пожалуйста. Да, знаем такого. Блять, здесь не очень удобно драться, если честно, с вами, пацаны. Прям совсем неудобно. Идите нахуй, я записку читаю. Моя секретная записка номер 2. Эти маленькие дети так милые, они так прекрасны, я хочу всего лишь коснуться их. Но вот пришли их родители, и поэтому я должен их убить. Какая милота. Зато хоть понятно, откуда здесь маленькие дети с ножами. А что я-то вам сделал? Какого хуя вы на меня-то агритесь? Это, конечно, вы здорово придумали. Какой-то чувак, который вас убил, над вами там надругался. А пиздюлей я за него получаю. Это как-то, блядь, несправедливо. Ну, это если, знаете, очень мягко выразиться. Прям совсем чуть-чуть. Давай, там окно разбилось, да, конечно. Давай пойдем туда, где... Ух, ебать. Так, ладно. А, видимо, топор. Или только нож. Сгнил слишком бы... А, это комната этого маньяка? 9 апреля. Самая медленная смерть. 3. Ну давай сюда, иди уже. Давай, 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 давай. Ты страшный монстр, да, давай. Коллекция 002, плохой вкус. Он еще их и жрал, что ли? Не придешь, понятно. Приходи поиграть. 3 ноября. Не помню точно. Очень давно. Че окна-то бьем? Ладно, поехали. Come on! Come on! Ай, бля! Номер 2. А, да, я читал. Это вообще какая-то побочная история или что? Или я прям настолько четко угадываю, куда идти? Чтобы вспомнить предмет, откройте ваш инвентарь кнопкой Tab. Ну, да. Ключ от квартиры. Обычный ключ от квартиры. Записка на скотче гласит «Соседи напротив». А, там кто-то плакал, да. Да. Сейчас бы схорониться было очень неплохо. Неплохо так было бы. Где сохранение у меня? Сейчас, подожди, у меня сохранение было... Бля, мне столько сделать надо, получается. Просто думаю, бахаться, не бахаться. Давайте еще раз бахнемся. Давайте бахнемся. Почему нельзя просто его сразу... Это, честно говоря, глупость какая-то. Я понимаю, если бы этот шприц, он был бы намного. Вот. Ну, то есть, условно, шприц, он был бы там на 2, на 3 применения. А так у тебя... О, Scarface. У тебя шприц на один раз, но тебе почему-то надо брать его в руку, применять. Почему сразу змею нельзя применить, и все? А через стену нехорошо. Бодрит. Бодрит, блядь. Ладно, нормально, нормально. Сейчас мы всех... Ух, сука. Ну, мелкие еще. Ну, просто им обидно. Я понимаю, с другой стороны. Так, а ты что за хуй? Ну, давай, давай, давай. По-моему, хорошо и без меня. Так, это...
Вот ты зайдешь или нет? А ты не можешь, да, сюда зайти, ты дурачок? Дурачок. У, щука. А я не попадаю. Как же удобно с тобой драться здесь. Давай, давай, да, действительно. Он сейчас не применил бы аптечку. Я надеюсь, что вот кровати вообще как из Afraid of Monsters. Тихо, блядь, лежи. А здесь? Ага, сейчас. Если будет... Не применил аптечку, то... Говорю, я надеюсь, что сегодня концовки не зависят от... А. Не то. Ну вот и как мне от него здесь уворачиваться? Пиздец. Да, честно говоря. Вот это, честно говоря, мне не нравится. Прям честно вам скажу. Ну давай, давай, кто? Ну, еще один залетел. А, нет, все разломалось. Ну хотя бы я нашел аптечку, окей. Вот как здесь не бахаться морфином, это ж пиздец. Я понимаю, еще с пистолетом там ты можешь успеть, там не успеть выстрелить. Как ты хорошо прицелился. Эть. Тут что-то свисает с потолка. Спасибо. Это что, труп? Господи, пахнет ужасно. У него в руке пистолет, возьму-ка я это с собой. Чувак, вот самое главное, что у него в руке пистолет. Как он пахнет, это уже похуй, вот честно. Так, в подобных-то обстоятельствах. Ой, ключик. Да что ж ты так чешется? Ключ от холла. Вот, потому что, вот понимаете, вот на правую кнопку мыши. Ну, снижение маневренности, это, конечно, понятно. Ага. Вот этот замок я и открыл. То есть, получается, я прям четко по сюжету прошел. Ну, ладно. Вот сейчас бы сохраниться было бы вообще здраво. Я тебе пока не буду применять морфин, мало ли что. Ключ от холла. Ключ от двери холла. Сидит у меня в карманах. Глок 19, 9-миллиметровый пистолет. Распространенный пистолет, ценимый за надежность и стабильность. Не слишком убойный, но с обоймой на 15 патронов. Так, это все, кстати, хорошо. Тебя можно? То есть собрать. Вот что значит собрать? А там, типа, их может быть смешивать что-то еще? Три. Так, значит, 1-3 получается. Ну-ка. Помоги человеку на четвертом этаже. О. А как мне? А почему не прицеливаться? Да? То есть в таком режиме прицеливаться хуй, да? Слишком жирно. О. Я думал, а там же по лестнице. Ну, наверное, если бы мы поднялись наверх, там что-нибудь было бы за баррикадой. А, нет, вот мы здесь и есть. Ну, я не пойду туда. Я не хочу! Заклинивать смогу. Ну ладно, пошли. Ну и ладно, слава богу. И вот здесь главное, поскольку нету звука в Half-Life, это не отвлекает, потому что там они были. Опа! Что это? Подобран шприц. Так, ну пока выключи. А вот он их туда сложил или как бы... Вот мне интересно. Ну-ка взять. А, X2, все, все отлично. Все отлично тогда. А то мало ли, может, у меня настолько ограниченный инвентарь. Не, ну тогда все толково. А что делать? Мужик, четвертый этаж. Thank you.
Как говорится, I don't get it. А куда еще-то? Это лифт. Ну, похоже на вот это. Ага. Окей. Что это они делают? Они... А, у них типа из головы вылезает пика, которая бьет меня, но при этом они сами типа помирают. Да ладно, 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 сейчас, давай. Бахнись. Бля, вот так вот походим. Немножечко светит и норм, потому что... Что-то, правда, как здесь бошками дергают, попасть им во что-то, это будет сложно. Блять, что ты делаешь? Секрет и записка номер 3. Что ж, поскольку мне нужно убить нескольких деток, я заблокировал лифт в холле. И теперь лишь персонал, знающий секретный код, может вызвать его. Но детки наверняка ничего об этом не знают, так что они просто пойдут по лестнице. Ах ты жлобливый хуй. Жлобливый хуй. Подожди, это наверх, а что внизу? Я вот не вижу, чтобы он разряжался, поэтому... Может, он не разряжается. Может, он какая-нибудь заломанная версия теперь в Стиме продается. Ну, не продается, но она бесплатная. А что-то сохранений давно не было, меня вот это, если честно, смущает. А тут... Ну ладно, пойдем, как и детки, по лестнице. Стой, вход строго. Опечатана полиция, интересно, что здесь произошло, да? Действительно. Судя по всему, убийство. Видите, тут не особо есть время целиться ему в голову. Так, у меня патронов 6 или 7 осталось. Правда, враги иногда подтупливают, это радует. Слева от лифта есть цифровая панель. Ага. И чё? А как я должен был узнать код? На записках вроде нету никакого этого. А, вот 8899 это этот. Я тут просто что-то не вижу ничего. Так, на меня там внизу мелкий напал. Прям вот напал. Возможно, все-таки внизу что-то было. Серия, наверное, очень длинная, пиздец, да? Закончить бы надо. Ну вот что тут вот написано, хер его знает. А
Больше никуда нельзя. Четвертый этаж. Ладно, давайте, наверное, тогда на сегодня завершаем. Вот. Я сейчас полезу, посмотрю. Уж я опять, я не представляю, где там должен быть этот код. Вот. Ну, пока бодренькая, такая прикольная. Вот поглядим, что будет дальше. Ссылки в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее, как обычно. Подпишитесь на Телеграм, можете помочь материально, если хочете. Вот. А за сим пока что все. Всем всего доброго, ведь хорошие игры и всем пока. We'll be right back.